Весной и летом в гости к человеку все чаще наведываются медведи. В этом убедились сразу несколько жителей одного из дачных поселков по Мельничному тракту. Они встретились с хищником. Примечательно, что это всего в 4 километрах от областного центра. В районе СНТ «Надежда» медведь неоднократно выходил на проезжую часть. Одна из очевидцев сообщила, что задела зверя своим автомобилем. После столкновения хищник убежал в лес. Сейчас полицейские осматривают местность. Ранее медведя видели вблизи нескольких поселков в Качугском районе. Хозяин тайги вышел к свалке села Анга в местности Черемушки и деревни Юшина. Там, со слов местных, хищник поедал тушу оленя. Поиск пищи – это не единственная причина, по которой медведи выходят к людям. Сейчас у этих животных начался брачный период, и взрослые особи прогоняют молодняк от себя. Сейчас это как раз идет, ну, сейчас гон медведя будет. И медведицы, вырастившие медвежат, это они через год размножаются. Уже годовалые медвежата и больше, это она, чтобы их не погубить, их прогоняет, они на самостоятельный образ жизни, а сама к самцу уходит. А они должны найти место, где дальше жить. И везде, где попало, ходят, и в том числе выходят к людям. Это в основном молодые звери. Это двухлетнего возраста, это годовики с чем-то, это, ну, временно покинутые мамы. Потом она их снова подберет.